обращайтесь к врачу. В России начал действовать приказ Минздрава о порядке оформления медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Выписать медотвод на 30 дней теперь может фельдшер. Большую отсрочку оформит врачебная комиссия. Юмор нас не покинет. Правительство Пермского края и творческое объединение «АМИК» заключили меморандум о сотрудничестве. Согласно ему, в 2022-2025 годах в нашем крае пройдут игры Первой лиги Международного союза КВН. Их планируют транслировать на региональном телеканале и в YouTube. Меры соблюдаете? В выходные сотрудники Роспотребнадзора проверяли, как в крае соблюдаются антиковидные меры. Под пристальным вниманием оказалась 141 организация. В Соликамске были выявлены нарушения в сфере пассажироперевозок на маршрутах 20, 16, 12, 14. В автобусах не проводилась обработка салона. Заявили о себе. В Перми подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В списке призеров 4 соликамских школьника. Снова в ЗАГС. Соликамский ЗАГС приглашает семейные пары, которые состоят в браке более 50 лет. Информацию о совместной жизни можно подать по телефону 75007 до 31 января.